Всем привет! Сегодня я вам покажу свой заказ из компании Oriflame. Заказ был небольшим, но важным. И все, в принципе, продукты вы видите на экране. И, наверное, начнем мы с вами с ограниченной коллекции. Это у нас новиночка Cranberry Bliss, крем для душа. Здесь у нас с вами 200 мл. Все приходит упаковано. Здесь есть заглушечка. И сейчас, конечно же, я постараюсь все открыть и протестировать. Достаточно все легко открывается, практически одной рукой. И как вы можете видеть, у нас выходит очень прозрачный гель. Пахнет достаточно приятно. Это у нас новиночка, серия с клюквой. И вот такой вот хороший гель для душа. Очень редко, к сожалению, компания стала выпускать новиночки сезонные. Именно хотя бы где-то раз в 2 месяца. Поэтому, конечно же, сейчас у нас близится Новый год. И компания заранее начала, скажем так, продвигать акцию по сбору подарков. И это очень хороший, кстати, вариант. Вот крем для тела и для рук, и гель для душа. И здесь у нас с вами сколько миллилитров? 150 миллилитров. Сейчас посмотрим, откроем баночку. Баночка, конечно же, запаяна. Вот таким вот образом выглядит сам крем. Очень приятно пахнет. Давайте попробуем даже с вами нанести. Итак, что хочу сказать про крем. Крем очень легкий по консистенции. Что-то не могу сфокусировать. Очень приятно пахнет, действительно по-новогоднему, и очень приятный аромат. Данный наборчик, кстати, обошелся достаточно бюджетно, и качество хорошее, поэтому, если кто думал, берите. Итак, продолжаем с вами рассматривать покупки. Следующий это у нас крем для ног из серии Fit Up Sweet Cherry and Almond Oil. Здесь у нас с вами с вишней и миндалем из лимитированной коллекции кремушек для ног. И хочу сказать про эту серию. Как вы можете видеть, я надавливаю на тюбик, и крем выходит. То есть очень плотная консистенция. Нужно совсем чуть-чуть, чтобы разнести его на ножки. Данный крем, я, кстати, думаю, все-таки хорошая серия тоже использовать на подарок. Кстати, в компании Oriflame сейчас тоже уже идут, по-моему, варианты пакетов рождественских, так что можно, в принципе, собрать хороший подарок. Как собирать подарки, я буду вам рассказывать в следующих видео, когда буду показывать покупки именно из Oriflame, потому что я уже приметила себе новые товары, но об этом чуть позже. Следующий продукт, который также был в этом заказе, это, конечно же, новинка из серии Essence & Co. И здесь мы с вами видим, не могу сфокусировать, с шафраном и пачули гель для душа. Очень люблю эту серию и, конечно же, рада, что появилась такая вот новиночка. И уже сегодня я поставлю в душ. Вот. Хорошая консистенция, приятно пахнет, так что присмотритесь. Кто еще думал, обязательно присмотритесь. Так, чтобы не мешали товары нам в кадре, давайте что-то я подвину. И одни из двух последних товаров, точнее, это, конечно же, тени. Я в прошлом видео рассказывала про тени, которые у меня есть в стике, и в этот раз тоже взяла розовый кварц.
можете сейчас видеть, отсвечивает немножко, конечно же, сами тени. Вот в таком ракурсе это их реальный цвет. Они немножко такие розоватые, достаточно светлые, но не оранжевые, как кому-то кажется, может быть, сейчас. Нет, они не оранжевые. Они практически невидимы на руке, но есть небольшой отблеск. Это, конечно, нужно делать макияж. Надеюсь, что в ближайшее время я смогу все-таки, у меня найдется время, и я обязательно вам покажу их в действии. Очень хорошие тени, если кто думает, на них сейчас очень хорошая скидка. Если у вас нет времени утром стоять и делать макияж, наносить сначала базу, потом тени, потом растушевывать, потом красить брови, ресницы, это идеальный вариант. Меньше чем за минуту вы сможете сделать очень красивый смоки айс, в том числе, кстати, можно их миксовать между собой и получать очень интересные оттеночки. Следующая, конечно же, новиночка, наконец-таки я взяла из серии The One, это у нас с вами помада Кушон. И не зря я сюда в кадр уже принесла показать вам помадку, которая у меня сейчас есть. Кстати говоря, я хотела ее, по-моему, заказать. В этом каталоге есть скидки. Или в следующем каталоге она будет по скидке. Да, в следующем каталоге она будет по скидке. В общем, хотела взять, но еще не знаю. И что же хочу рассказать вам про помаду Кушон. Во-первых, начнем с того, что здесь у нас Sea Rose. Честно говоря, не помню, что за цвет. В общем, надо посмотреть. Вот так вот выглядит сама помада. Irresistible Touch. Очень интересная такая глянцевая штучка, такая вот дамская. Кстати, она меньше, чем крем для рук. И давайте посмотрим. Хотела я купить что-то связанное названием, короче, Staub, это туманный, в общем, или как-то так переводится. Для меня вообще это туман, по-моему, то ли розовый туман, то ли розовая дымка, называлась именно помада Кушон, но ее не было. Я очень хотела взять ее, потому что она сходна по цвету вот с этой помадой, сейчас я вам покажу. Вот, но, к сожалению, не было, поэтому пришлось взять оттенок чуть светлее. Вот, а помада, которую я вам хочу показать, в следующем каталоге как раз-таки она будет со скидкой, называется она Rose Blossom. По-моему, вот эта помадка сейчас есть, но она называется Розовый Кварц. Если я не ошибаюсь, подскажите мне кто-нибудь. Я постараюсь вам показать, эта помада уже просто заюзанная практически по полной программе, здесь осталось всего лишь 2 миллиметра от основания помады, я очень люблю этот цвет, она очень кремовая, отличная, впитывается, долго держится на губах, я уже использую ее года как 4, наверное, у нее меняется название, но не меняется лишь цвет. Хотелось бы, конечно, чтобы именно такие оттенки все-таки всегда присутствовали в компании, и по возможности производители почаще делали на нее скидки, потому что продукт очень хороший, и давайте я вам постараюсь показать оттенок. Сейчас у меня, конечно, стоит освещение, и она немного не такого цвета, но, знаете, она такая телесного оттеночка. Не знаю, так она в рыжину уходит, и так тоже. В общем, очень красивый телесный цвет, естественный, действительно такой цвет тауп. Вот, очень люблю эту помаду, но решила взять помаду Кушон. Может быть, я в конце данного видео сделаю все-таки действительно фотографии свотчи, чтобы вы посмотрели. Вот, ну, либо просто как-нибудь сделаю, конечно же, макияж этими средствами. Ну и давайте посмотрим дальше на саму помаду Кушон.
постараюсь открыть одной рукой. Вот так вот она выглядит, надеюсь, вам всем видно. Для того, чтобы она начала работать, нужно крутить нижнее основание. Я не знаю, кто-то посчитал, сколько раз я прокрутила это колесико, что-то не очень хорошо фокусируется. Вот сейчас на белом фоне вы можете видеть действительно цвет данной помады. И, конечно же, по цветовой гамме она мне очень напоминает помаду, которая из Giordani Gold, которую я вам только что показывала. Очень она мне нравится. Попробуем вот эту вот помадочку тоже использовать. Свотчи я, опять же повторюсь, фото я повешу в конце этого видео. И в ближайшие пару дней, я думаю, что сделаю макияж уже именно с этими средствами, чтобы вы могли посмотреть, как они действительно работают в реальности. Вот такой вот цвет, очень розовый. Я на самом деле сейчас все расскажу, покажу. Постараюсь выключить свет, чтобы вы все-таки увидели. Вот. Вот, собственно говоря, естественное освещение, конечно же, не такое красивое, да, как кажется уже, но вы можете видеть реальный цвет помад. С левой стороны это у нас с вами помада Кушон. В оттенке я вам сейчас скажу Charming Rose, чарующая роза. Вот, и с правой стороны вы можете видеть помаду из серии Giordani Gold в оттенке Rose Blossom. Ну, как вы можете видеть, конечно, оттенки колоссальные имеют разницу. Вот. А здесь, конечно же, вы можете видеть уже и сами тени. Но давайте еще разочек я протестирую в естественном освещении. Вы можете видеть, насколько яркий цвет. Действительно, он сияющий и достаточно такой какой-то даже неоновый, я бы сказала, но интересный вариант. Так, ну что же, сейчас я включаю свет, и мы с вами пойдем дальше смотреть следующий каталог. Возвращаемся к нашему освещению. Итак, что еще было в заказе? Ну, был пробничек помады из серии... Так, не знаю, что это за серия. В общем, кстати, в Oriflame никогда... А, нет, там пишется в начале каталога, кстати, что это за серия. Но, в общем, сейчас я не буду уделять внимание. Но если кто хочет посмотреть, давайте сделаем свотчи. Это матовая помада. Цвет фуксия. В принципе, камера сейчас ее и передает как есть. Без искажения. Так, и, конечно же, что мне еще пришло, это дневной крем с SPF 30 из серии No Age. Итак, помимо этого, мне пришел пробник аромата. Я его, к сожалению... А, вот, нашла. Пробник новых ароматов мужской и женской серии Signature Your. Я бы так назвала бы это. Signature просто for her и for him. Что сразу хочу сказать про эти ароматы? Женский аромат достаточно приятный. Вот он сейчас уже выветрился, он у меня уже, наверное, где-то минут 10 на руке. Я хочу сказать одну вещь. Кто знаком с ароматами Маглер, Тьерри Маглер фирмы,
тот меня поймет, да, то есть здесь есть ноточки, которые есть и там, перекрестные какие-то, либо мне напоминает такой вот именно, знаете, фужерный аромат, я бы сказала бы, на мой взгляд. Поэтому он мне чем-то таким вот интересным сочетанием очень понравился. Но какая-то нотка все равно есть, которая, на мой взгляд, немного мешает. Хотя это тоже, знаете, такое первое впечатление. Итак, я хочу показать, но я думаю, хотя, наверное, уже многие видели, да, что здесь. Зачитаем. Женский аромат, нотки розового грейпфрута, ревеня, розовый перец. В сердце букет из туберозы, фрезии, лаванды и фиалкового корня. И вот что, наверное, меня привлекло. Это, конечно же, теплые сливочные ноты бобов тонко, сандалового дерева и амбры. Оставляют элегантный шлейф. Ну да. Хочу сказать, что сейчас вот я чувствую, знаете, такой вот легкий аромат лаванды, ревеня. Тоже очень интересный цветочный такой вот букет. Хотя в каталоге в следующем все-таки хочу показать. Здесь у нас указано просто, что он включает в себя три компонента. Это розовый перец, французская лаванда и сандал. Ну и сам аромат имеет, кстати говоря, рамочку съемную из дерева, которую можно будет потом снять, собственно, с флакона и использовать ее по назначению, либо не по назначению, кому как больше нравится. Этот аромат будет стоить 2600 рублей, полная его цена 3500. Вы можете видеть даже вот в каталоге, покажу на всякий случай, кому интересно. По скидке он будет стоить 2600, но в принципе я хочу сказать, что да, аромат многогранный. Он интересный, и для тех, вот еще раз повторюсь, кто очень любит фирму Thierry Mugler, в частности Ангел, хотя Ангел, конечно, это уникальный аромат, но вот по сочетанию каких-то фужерных нот, да, таких терпких, манящих, пряных, вам этот аромат понравится. Ну что ж, это был весь мой заказ, и хочу сразу сказать, что в следующем каталоге я заказ делать не буду, я там себе пока ничего не присмотрела, но компания уже прислала каталог новогодний. Я его открою прямо на своих продуктах и покажу вам, что я планирую приобрести. В основном, конечно же, все будет на подарочки в этом каталоге, который будет действовать по 18 декабря. А это очень хорошо, потому что с 29-го, да, уже будет возможность приобрести очень-очень хорошие наборы. И, конечно же, я уже на подарочки и себе присмотрела себе новиночки, вот как раз-таки ограниченной серии, которую мы с вами обсуждали. Новогодние, это Cozy by Fireplace. Здесь у нас с вами с ароматом пряностей, имбирных человечков, пряников, корица, яблоко, ваниль. Выходит пена, мыло и крем для рук, ну также и мочалочка. Ну, мочалочку, конечно, я не планирую приобретать, так как уже все детки и племяшки у меня выросли, поэтому, конечно, больше акцент будет сделан на вещи, которые нужны в хозяйстве и в быту. Так, следующий очень приятный аромат имеет вот это вот мыло, называется оно Frosted Dreams. Кстати, очень интересный аромат, я так и не нашла, чем пахнет, вот, ну, как бы, да, написано, что белые цветы и свежая морозная нотка, но настолько очень приятный, легкий такой аромат, что, конечно, вот такой вот мыльце очень приятно получить в подарочной коробочке, кстати говоря, мыло всегда в Oriflame, вот что хочу сказать, именно, хотя нет, не всегда приходит, потому что вот есть spicy
с апельсиновым, апельсинчик такой вот из корицы. И он, конечно, приходил в обычной такой полиэтиленовой упаковочке, но в основном компания Oriflame последние года, вот, да, она использует все-таки коробочку для подарков, и это очень приятно. Пожалуйста, вариант вам шарик положили в пакет подарочный и мыло для рук, можно еще кремом. Кремом поделиться, да, со своими товарищами, друзьями, коллегами и остальными. Вот, и давайте дальше пойдем, не будем долго останавливаться. Здесь у нас носочки, но носочки нет. Я не планирую носочки приобретать. Надеюсь, все успею вам показать. Так, ничего не упустить, главное. Так, и здесь у нас выходит в ограниченной коллекции парфюмированный крем для рук Women's Collection Innocent White Lilac. Очень приятный аромат. Вот, и здесь напомню, нотки у нас зеленые листья, белая сирень и гелиотроп. Мыло будет 119 рублей, минусуйте скидочку консультанта. Можно купить наборчиком, кстати, продается всего лишь за 499 рублей. Можно приобрести просто мыло. Это уже кому как, да, кто как планирует. На самом деле в этом каталоге очень большой выбор именно наборов и парфюмированных, и для душа. Сейчас все пересматривать не будем, потому что вы сами можете самостоятельно посмотреть в электронном каталоге, точнее так, в электронном варианте данный каталог, полистать, приблизить и более детально разобраться. И следующее, что мне понравилось, сейчас я тоже посмотрю. Да, у меня, кстати говоря, сейчас в использовании, ну, конечно, это не совсем правильно сейчас произносить, да, у нас все-таки видео про компанию Oriflame, но я скажу. У меня сейчас в использовании очищающее средство из компании Mary Kay 3D Time Wise для нормальной и чувствительной кожи, по-моему, если не ошибаюсь. Средство мне очень нравится, я им пользуюсь и буду пользоваться, наверное, месяца 3, потому что его достаточно вот такую вот капелюшечку нанести, чтобы разнести по всему лицу. Крем действительно подтягивает. В общем, это, конечно, еще раз не про Oriflame, это про Mary Kay, но здесь у нас идет далее наборчик, то есть как только у меня закончится крем Mary Kay, естественно, в ход пойдет следующая партия новинок Optimals, которую, точнее как, это не новинки, а, конечно, обновленная серия, более улучшенная, с новыми компонентами. Также здесь у нас 3D и очищение, увлажнение. Так, очищение, спрей для увлажнения, ночной и дневной крем. Я планирую приобрести данную серию, но я пока еще думаю, потому что не знаю, может быть, мне и не придется ее заказывать, если я пока еще пользуюсь компанией Mary Kay, допустим, до конца января буду ей пользоваться. Я пока еще не знаю, честно, но хорошая очень скидка на этот наборчик. И давайте посмотрим дальше. Так, следующее, да, здесь также будут витамины омега-3 по скидке опять, ну, минусуйте скидку консультанта, возможно, я еще одну баночку возьму, я пока еще не знаю, пока я их еще пью. Так, следующее, и да, это у нас средство из серии Feminelle, тоже будут по хорошей скидке идти, тоже их планирую приобрести. Пока это все в этом каталоге, все, что я отметила, но здесь очень большой выбор, еще раз повторюсь, очень много подарков, вот, кстати, витамины тоже. Кстати говоря, вот в компании Oriflame есть еще аромамасла, которые также можно наносить для релаксации вместо парфюма. Тоже интересный вариант, формат такой. Если кто не любит, допустим, именно парфюмы, если у кого-то аллергия, но пользуется, допустим, какими-то натуральными маслами, то данный вариант тоже подойдет и на подарок тоже. Вот, каталог очень большой выбор. Новинок всяких тут тоже очень много. В общем, выбирайте, смотрите, закупайтесь, потому что
после 18 декабря там уже, я думаю, никому не до подарков. Ну и, конечно же, учитывайте, сейчас хочу вам показать еще пакетики, тоже очень красивые будут. Хочу сказать одну вещь, что, конечно, в основном все подарки и хорошие наборчики разбирают в первые 4-3 дня. Поэтому поторопитесь и успейте заказать. Я думаю, компания не зря прислала этот каталог раньше, чтобы каждый смог посмотреть и присмотреть себе и своим близким подарочки. Так, и хочу вам показать все-таки вот набор пакетов, которые будут в компании. Так, вот как раз-таки тени, которые я показывала вам, это кварц. Так, пакетики, и что-то они, видать, в самом начале. Так, да, вот смотрите. Очень интересно, прямо с детскими рисунками сделано. Очень интересные пакетики. И цена их не такая дорогая. То есть 70 рублей пакетик, вы можете видеть. Это очень дешево. Такой пакет, именно авторский, да, с детским рисунком, благотворительный. Вот есть тут и большие пакеты. В общем-то, присмотрите и начинайте собирать уже подарочки. Ну что ж, собственно говоря, вот весь мой заказ. Болталка в этот раз достаточно длинная получилась. Всем хороших выходных, не болейте, увидимся, пока!